В Анадыре сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. Накануне днем на улице Рультетегина произошло ДТП. На место незамедлительно выдвинулся экипаж дорожно-патрульной службы. Госавтоинспекторами установлено, что водитель автобуса Вахтовки на базе КамАЗа, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на припаркованный сзади автомобиль Mazda CX-5. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Автомобиль Mazda получил значительные механические повреждения. У него деформирован капот, разбито лобовое стекло, смято переднее крыло, разбиты фары. Водители Вахтовки и кроссовера на момент ДТП были трезвы. По данному факту проводится проверка.